В прошлом году Евросоюз принял закон о запрете продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. То есть все машины с этого года должны стать электрическими. На этом фоне многие производители были вынуждены отказаться от разработки новых моторов и бросить все бюджеты на разработку электричек. Однако выяснилось, что политики забыли спросить у покупателей, нужны ли им электромобили. С прошлого года продажи электричек в Европе заметно упали. У покупателей стало меньше денег, так что дорогие и непрактичные электромобили им оказались не нужны. И даже субсидии от государства не спасли ситуацию. В итоге производители машин оказались зажаты с двух сторон. Volkswagen вообще в кризисе и собирается закрывать заводы в Германии. На фоне всех этих проблем итальянские политики заявили, что закон о запрете ДВС с 2035 года надо срочно отменять, иначе весь европейский автопром может рухнуть. Они предлагают как минимум оставить каждой стране возможность самостоятельно решать, будет ли она запрещать ДВС или нет, но как максимум вообще отменять переход на электричество. В общем, запасаемся попкорном и ждем. Чем кончится дело? Может, через 10 лет мы все-таки увидим новые бензиновые машины.